Привет, народ, всем добра. Загудел подшипник на моем джексе. Хочу его поменять. Сейчас покажу, что для этого приготовил. Так, народ, что нам понадобится? Отвертка. Такая головка большая. 35 миллиметров. Ну, вороток. Молоток. Куда же мы без молотка? Подшипник. Это прокладочка. И такой вот подшипник с хабом. Купил. Полтановый, все. $120 цена его. Бренд. Вот бренд. Doorman. Воротки, головки, ключи. Вот такой домкрат, такой джек, чтобы поднять. И такой еще. На 3 тонны он у меня. Вот это звук изношенного подшипника. Хорошее место, чтобы подонкрачивать, это крепление ступеньки порога. Так, где? Вот оно. Вот здесь будем подонкрачивать. Ну все, приступаем. WT-40 всегда в помощь. Вот так я по кругу ее простукиваю, чтобы она вылезла. Не сильно, без фанатизма. Так, народ, примерно я его постукал по кругу минут 5, потихонечку с каждой стороны, и он начал отходить. Берем плоскогубцы. По ходу здесь еще все оригинальное. Никто еще никогда тут ничего не менял. Это Lexus 2003 года. GX 470, на нем 200 тысяч пробега, 200 тысяч миль, это 320 тысяч километров. И вот подшипничек вот этот вот начал гудеть. Ну, я его меняю. Так, отгинаем. Отгинаем. Шпильку. Чтобы открутить эту гайку, мы опять оденем колесо, опустим донкрат и будем ее срывать. Так, взял такой удлинитель, попробую ним. А, пошло отлично. Все, поднимаем опять и снимаем колесо. Гаечка отлично крутится. Вот, кручим ее. И приступаем к суппорту. Надо вывернуть руль максимально вправо. У нас здесь два болта на 17,
один и второй, откручиваем их. Вот у нас вот эти болты надо открутить. Есть вот эти первые на 17, но нам надо вторые на суппорте открутить, чтобы снять суппорт, подвесить его. Он пошел. Хорошо. Срываем второй. Тут надо немножко удлинить. Мешает линия. Порта я менял 2 года назад, начал подклинивать, у меня правый суппорт начал заносить, когда на скорости резко тормозишь, у меня правый и левый суппорта. Отошел. Снимаем, аккуратненько снимаем и аккуратненько ставим, чтобы не повредить нам тормозную линию. Она тут чуть-чуть нежная. Так, вот что мы имеем. Снимаем тормозной диск. И вот у нас отшипник вместе с хабом. Покажу немножко ближе. Вот эти болты мы обрабатываем WD-40 левотяжкой. И дадим немножко времени, чтобы оно сработало, чтобы болты откисли. Потом их будем откручивать. Так, вот оно у нас постояло. Берем накидной ключик и крутим. Первый пошел, хорошо. Сорвали, давайте второй попроверим. Второй пошел. Отлично. Третий. Здесь 4. Вот третий пошел. Отлично. И последний наш болтяша. Пошел, отлично. Раскручиваем их. Так, снимать его будем следующим образом. Молоточком по кругу обстукаем, должно сойти. Все получилось. Так, подшипник оригинальный, пишет вот Japan G, отходил 320 тысяч километров. Вот такая полоська, и вот здесь вот есть немножко грязи, ее надо почистить. Берем WD-40, хорошенечко брызгаем и хорошенечко вытрем. Чтобы все было чистенько. Максимально, насколько можно, чистим, вытираем все,
супер чисто и аккуратно. Остается теперь самый важный этап — собрать все на место. И правильно. Первым делом мы берем вот эту защиту и ставим ее. Но ее ошибиться, правильно поставить сложно. Вот тут две направляющие, вот тут две дырочки. И она ставится вот так, чтобы с правой стороны у вас остаются крепления для суппорта. Вот есть в комплекте такая прокладочка. Одеваем ее вот сюда. И ставим все на место. Так, защиту я тоже почистил. Ставим защиту. И одеваем точно, чтобы попали у нас болты. Наживилось хорошо, все стало на свои места. Подтянул, теперь зажимаю. Зажимаю по очереди. По два виточка. Каждый болт по кругу. Туго пошло, когда пошло туго. Аккуратненько. По кругу. Поджимаем. Подожмем еще с трубкой. Все, зажал. Следующее. Одеваем тормозной барабан. Вот. И одеваем суппорт. Аккуратненько. С суппортом нужно быть аккуратно. Берем болты, наживляем. О, первый пошел, второй пошел. Good. Не забываем закрепить этот болт, который мы откручивали, чтобы снять тормозную линию. И зажимаем эти болты. Так, когда уже все зажато, примерно так, нагрузочку, берем еще, поджимаем максимально. Максимально поджать, все было четко. С хорошим усилием. Суппорт должен быть зажат. Очень хорошо. Так, следующий этап — это закрутить гайку. Thank you.
Сейчас оденем колесо и подожмем ее. Нагрузка на зажатие этой гайки должна быть 90 килограмм. Вот я вешу 90 килограмм. Возьму удлинитель. И это я должен висеть. Хорошо должна быть поджата. Практически я должен висеть. Так она должна быть поджата. Поэтому у кого есть прибор, который меряет зажим, это хорошо. А кто делает на глаз, ну, примерно вот вес 90 килограмм, повисли полностью и немножко попрыгали. Вот это есть тот зажим, который нужен. Одеваем все на место. Берем пассатижи. Разжимаем. Вот оно даже по меткам совпало. По тем, которые были. Все, готово. Берем крышечку. И молоточек. Аккуратненько застукиваем на место. По кругу молоточком максимально садим ее на место. Готово. Работа практически закончена. Одеть колесо и протестировать. Готово. Следующий этап. Одеваем колесо. Так как у меня колеса не оригинальные, к ним в комплекте идет такое уплотнительное кольцо, про которое тоже забывать нельзя. Финишный этап. Заживляем болты. Так, тест-драйв. Проверяем, насколько помогла замена подшипника, чтобы устранить шум. Пока вроде бы тише. Сейчас надо разогнаться нормальненько и увидеть. Отлично, отлично, отлично. Все сработало, шума нет.